В День знаний в средней школе номер 3 села Хороль Приморского края состоялась церемония посвящения в кадеты класса «Спасатель». Это нелегкий труд, но очень ответственный, очень востребованный и очень почетный. Приветствую вас, радуюсь за вас, и вместе мы покорим те вершины, к которым вы стремитесь. Мы будем вам помогать. В осенний день в праздничной обстановке вновь принятых ребят привели к присяге, вручив им удостоверения, а также погоны и береты. Это уже третий наш набор. В прошлом году произошел выпуск наших первых учеников кадетского класса. Значит, ребята, лучшие ребята этого выпуска были награждены поездкой в Ногинский спасательный центр города Москвы. Пожелаем нашим ребятам сегодня, конечно же, крепкого здоровья, бодрости, успехов. И надеемся, что они будут настоящими патриотами нашей Родины. Теперь новоиспеченные кадеты ежедневно с гордостью будут носить форму и изучать азы безопасности. Также ребята познакомятся с профессиями спасателя и пожарного, будут изучать способы выживания, оказания первой помощи, научатся работать с альпинистским снаряжением и спасательным оборудованием. Я прошел этап в командиры спасательного отряда, и я рад тому, что я сделал это. Я пытаюсь оправдать надежды своих учителей и своих родителей. В свою очередь представители МЧС и курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии провели для ребят урок ОБЖ, во время которого рассказали школьникам о безопасном поведении и особенностях направлений спасательного дела. Анна Дьякова, новости на Восьмом.